Мячом Ренат убирает мяч под левую камень. Дальше, еще дальше! Опасный удар! Гол! С такой игрой в Минске только, сука, Россию позорит, блядь. Хотя команда сонных мув, блядь. На поле ж ты здесь, блядь. Что ты хочешь-то? Трансферы будут на вход? Ты Глушакова мне полгода обещаешь. Я тебе ливийцев привез, блядь, действующих сборников. А куда ты привез? В Ливию? Один там паспорт потерял, другой границу с Марокко переходит. Поломанная. Кончилась энергия, все. Нет топлива. Ёлки! Ты! Что такое? Бля, и у меня топливо кончилось. Сука, и тут поломанное! Пиздец. Ну и где мы? Какая-то козлодерня. Ну что, съездили в Минск? Что будет-то? Ищите топливо. Блядь, где мы? Вот здесь, сука, среди этих, блядь, поленьев топливо найдем, блядь. Ну чё, бедолаги, мы больше не поломаны! Чё, погнали, ёпта, да? Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй!